Меня зовут Синдинский Иван, мой сын Алексей играет в этом лагере уже не первый раз. Но ребята больше раскрылись, в этот раз им повезло, что тут еще была театральная студия одновременно. Ну, во-первых, начнем с того, что летом, когда уезжали, у меня сын однозначно сказал, что да, он поедет. Это уже большой плюс, это значит, что лагерь удался, когда дети хотят после лагеря не уехать из него, а в него вернуться. Соответственно, сейчас они... Ну, с большим, наверное, каким-то таким воодушевлением, эмоциями играли. Им очень нравятся вот эти там вступительные сценки, они готовятся, там костюмы готовят. Ну, в общем, у детей горят глаза, и это здорово. Замечательный лагерь, хочется, чтобы он продолжал, чтобы это было там не два, а было регулярно, чтобы там через 10 лет тут появился Magic Sax, 10 лет отмечает, чтобы у Евгения было много-много учеников, которые к нему занимались, и это стало доброй-доброй традицией. Потому что вне зависимости от того, с каким преподавателем мы занимаемся там в Гнесинке, не в Гнесинке, потому что, ну, дети растут, кто-то пойдет музыканты профессиональные, кто-то не пойдет, у кого-то это останется хобби. Но если лагерь останется такой, то я уверен, что они с удовольствием приедут сюда через 10 лет, вспомнить былое, старое. Вот. Так что многих-многих лет.